Значит, смотрите, вот идет затылочный бугор. Вот если вы берете вот мышцу, вот она начинается, это трапециевидная мышца, вот отсюда. И основное ваше движение от головы вот сюда, вот. К шее, да? Да, вот мышца, вот она. Да, и вот, вот здесь проходят артерии и вены, которые питают головной мозг. Вот по бокам этой мышцы. Поэтому основная ваша задача, вот вы ее берете, и вы разминаете, но движения идут сверху вниз. Вот, от, да, вот от этого отростка за ушами, вот мышца под руками. Да, и вы ее ведете сверху вниз и ведете и дальше до поясницы. Опять с другой стороны. Да, с той и с одной стороны. Можно с двух сторон потом. Да, и просто погладили приятное ощущение. Вот это основные движения. Теперь смотрите. Вот косточка, да, отросток за ушами. Значит, берете точки на середине этого отростка, вот практически напротив этого отверстия, да, значит, ставите средний палец и по часовой стрелке где-то до 7 секунд движения идут. Раз. Дальше на уровне мочки уха. То же самое, конце поставили, то же самое, с одной и с другой стороны. Да, и опять чередовать вот эти движения с точками. Опять вернулись вот на эти точки и вот на вот, вот эту точку. Вот место, как бы прикрепление. Дайте палец. Средний. Все делайте средним пальцем. Вот она. Вот, вот эти движения. Сильно не обязательно надавить, просто круговые движения где-то до 7 секунд. Это не больно, не будет никаких. Лежи на животике. Арсеночка, лежи на животике, малыш. Понятно, да? Вот пока вот это как бы уясните, уложите, потом я еще чуть-чуть вам добавлю. Давид тоже как бы допишет. Вот определенные упражнения, которые мы будем делать уже с шеей. Это вот я вам в следующий раз скажу. Значит, запомнили, да? Раз, два, три. Три точки с каждой стороны. Чем можете вот просто сначала с одной, потом через какое-то время поделать и с другой.